dobry wieczór, szanowni państwo. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czytamy w domu ze szkoły XYZ. Nazywam się Kiryl Kanarski. Nie tak dawno odbyło się dyktanto z języka rosyjskiego. O tym, jak było, dwa tygodnie temu pokazywałem w naszym nagraniu. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o tych typowych pomyłkach, które były niestety wśród naszych podopiecznych w tych robotach, które sprawdziliśmy. Więc zaprosiłem dzisiaj na wywiad, na spotkania Andrzeja Łukaszewicza, naszego przyjaciela, filologa oraz nauczyciela z języka rosyjskiego. Андрей, приветствую тебя в нашем проекте. Не так давно состоялся диктант, тотальный диктант, и ты в нем принимал участие в качестве соорганизатора и в качестве филолога, помогал проверить, помогал провести. Я специально не говорил о результатах в предыдущем нашем видео, а в предыдущем видео я рассказал всего лишь, как состоялся диктант, как он прошел в Белостоке, как в Лодзе. Везде прошел просто на ура, везде прошел замечательно. И надо сказать, что результаты меня лично очень-очень даже обрадовали. Хочу сказать, что максимальная оценка в России все-таки считается пятеркой. Мы оценивали по российской системе. Минимальная — это единица и двойка. Ну так вот, единицы, двоек не было. Наша заслуга, как считаешь? Конечно. В это время, если кто-то получает тройку, четверку по диктанту, это очень хорошо. Как оцениваешь текст? Он же был, ну, нелегкий, скажем так, непростой. Интересный. Просто Циолковский — интересная личность. Циолковский, да. Русский, конечно. Здесь в Белостоке есть улица Циолковского, так что... Есть. То есть тема вообще как раз попала именно туда, куда должна была попасть? Думаю, да. Типичные ошибки, о которых сегодня хотелось бы поговорить. Ну вот жиши пишут через «ы». Со словом «жизнь» какие-то проблемы в написании, но при этом в каких-то трудных словах, таких как, не знаю, там, космос, допустим, библиотека, вот подопечные не делают ошибку. В чем проблема с твоей точки зрения? Что мало объясняем, что жиши пишется через «и»? Нет, ну просто поляки так как слышат, так пишут. Нет, ну да, но русский язык-то... Я понимаю, что наши подопечные, для них русский язык, в общем-то, не родной язык, а иностранный. Но я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников, кто принимал участие в диктанте. Это действительно смело, это интересно. И, в общем-то, проверить свои знания, несмотря на то, что и там тройки тоже были в том числе. Но хорошие люди... отметки, хорошие. Тройки — это хорошие отметки. Но это же не двойка, в конце концов. В общем-то, когда-то, когда я еще учился в институте, нас шутили так. Все, что больше двух, это уже хорошо. Вот три — это же больше двух. Это уже удовлетворительно, по идее, студент, получивший тройку, проходит дальше. То есть это уже считается, что сдал экзамен. Ну и наши подопечные, я считаю, что с достоинством прошли экзамен как-то. Ну, это экзаменом трудно назвать. Это, в общем-то, скорее такая интересная акция. Да? Написать тотальный диктант. Написать текст на русском языке, проверить свои знания, получить какую-то оценку, получить благодарность, получить подарок. В общем-то, почему бы и нет? Самое главное, что есть люди, которые в это время хотят учить русский язык, хотят писать. Свое свободное время потеряли, пришли, написали, что молодцы. Ну, я бы, наверное, не стал бы так уж прям остро характеризовать, что потеряли время. Потратили время, но провели его, наверное, все-таки с пользой. Потому что уже после диктанта, там, через неделю у нас была встреча, мы разбирали ошибки, там, общались. И очень многие участники, которые были на диктанте, пришли на эту встречу, пришли на эту консультацию, мы разобрали текст, мы еще раз его прочитали, перевели его, между прочим, на польский язык. И люди сказали, что отличная акция, мы готовы принимать участие в ней дальше. Ну, понятно, что ни ты, ни я, никто из нас не может повлиять на пандемию и
даже в масштабах пандемии, несмотря на то, что сейчас пандемия, нам удалось провести мероприятие. Мы, конечно, были ограничены, не могли пригласить всех желающих, но пришли, скажем так, самые, наверное, интересные люди, те, кто действительно очень хочет изучать русский язык. Ты разбирался со своими подопечными, допустим, этот текст потом, или как-то уже все-таки оставил это дело? Еще раз сделали этот диктант, написали, получилось тоже неплохо. Были ошибки, заинтересованы? Ошибки нет, ошибки повторялись, ошибки, но не все. Ошибки на самом деле, да, вот они типичные ошибки, такие, какие они есть, и... Ну, не знаю, у меня, ну, как-то, ну, работу над ошибками проводили, естественно, но вот как-то... Нет, ну, скажем так, русский язык все-таки, он трудный язык, как-никак, и говорить о том, что люди пишут по-русски без ошибок, ну, наверное, не представляется возможным, все-таки это трудный язык. Но не хочу никого пугать, на самом деле стремиться к тому, чтобы писать без ошибок надо. Хочу заверить всех наших зрителей, что и я, и Андрей, мы тоже допускаем ошибки, к сожалению или к счастью, но такое бывает, естественно. Мы тоже не идеально его знаем. Но рецепт, не знаю, поделись рецептом, как знать русский язык лучше. У меня есть тоже свой рецепт, я хочу, чтобы ты сначала свою сказал мысль, как ты это видишь. Я расскажу свое, там, поделимся, наверное, рецептами для наших зрителей, для тех, кто хочет изучать русский язык. Поехать в Россию, конечно. А потом вернуться. Ну и вести переписку. Если не такими не письмами, как когда-то, так mail или по электронной почте. Нет, ну по электронной почте, конечно, да, это очень доступный способ. К тому же еще есть Facebook, но у меня есть еще одна рекомендация, кроме того, чтобы поехать в Россию. Дорогие зрители, рекомендую почаще и побольше смотреть фильмов на русском языке и слушать музыку, опять-таки, что же, на русском языке. Это все-таки позволяет как-то стараться переводить, стараться слышать речь русскую. Ну, по возможности читать, конечно, естественно. Не без этого. Но я прекрасно понимаю, что большая часть, во всяком случае, наших подопечных уже люди взрослые, как правило, люди с высшим образованием. Хотя есть и дети, естественно. И, в общем, на самом деле не всегда есть свободное время. Но постарайтесь. Тем более русскую речь мы, в общем-то, во всяком случае, в Белостоке слышим часто. Ну что, Андрей, наверное, будем на сегодня с нашим интервью уже заканчивать. Спасибо тебе большое, что принимаешь участие в наших акциях, в наших мероприятиях, что являешься нашим соорганизатором, помогаешь нам провести что-то, проверяешь. Большое тебе спасибо. Ну и на прощание мне хочется тебе пожелать успехов в работе. Надеюсь, что нашим зрителям такого рода встречи будут интересны. Ну и приглашаю снова на наши эфиры тебя как специалиста. Спасибо. На dziś to wszystko. Dziękuję, że jesteście z nami. Kolejne spotkanie odbędzie się za 2 tygodnie i zapraszamy serdecznie, ponieważ odbędzie się spotkanie z rosyjskim nowoczesnym pisarzem Władimirem Trapieznikiem. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Do zobaczenia, dobranoc.